Да, ну, комментарии даже не по сегодняшнему матчу, а в принципе, вот по этой серии, что не получилось. Вроде бы борьба была, да, и мы с другого раза не знали. Ну да, мы знали, что Синара очень серьезный соперник, готовились к этому. Конечно, мастерство их команды и именно сплоченность и взаимодействие повыше. И я думаю, именно за счет этого они прошли следующую стадию. У нас, конечно, были моменты, мы могли их реализовывать. Если бы забивали, то имели намного больше шансов. Мы рассчитывали на это, но вот не получилось. Вот, я думаю, именно за счет где-то нашей реализации мы не смогли, так сказать, навязать ту борьбу, чтобы пройти дальше. Спасибо вам огромное. С наступающим.